В Химках прошел общегородской субботник. 16 февраля горожане очищали от снега и льда тротуары, дворовые территории, а также наводили порядок в парках и скверах. Жители вышли на улицы по инициативе временно исполняющего обязанности губернатора Московской области Андрея Воробьева. Наши корреспонденты увидели, как преображается город. Для кого новшество, а для кого традиция. Галина Давыденко уже со счета сбилась, в какой раз выходит на субботник. Коренная химчанка любит смотреть на результаты своего труда. Субботник – это чистота и порядок. Не только, извините выражение, чистота и порядок на улице, но чистота и порядок в душе. Мне, например, приятно, когда по этим дорожкам ходят дети. В колясочках едут, и никто не падает. Утро выходного дня выдалось не из теплых, но это не страшно. Те, кто собрались очистить улицы города, согреваются трудом. Обещают, что не уйдут, пока полностью не освободят дороги от снега и льда. Активное участие в уборке улиц принял глава округа Олег Шахов. Посмотрел, как идет работа в местах, удаленных от центра Химок. Затем вместе с горожанами очистил от снега пешеходные дорожки на перекрестке улиц Кирова и Чапаева. Это делать необходимо. Это несет только плюсы, потому что люди объединяются, люди делают город свой чище. И в это время, общаясь, действительно приносят пользу. На субботник вышли общественные организации города, пенсионеры, чернобыльцы, многодетные семьи. Уборка началась в 9 утра во всех микрорайонах города. Хотела поблагодарить химчан за активную жизненную позицию, потому что только вместе мы сможем содержать в чистоте наш город. Не все получилось так, как хотелось. Один из факторов, хоть и учтенный, все же немного затормозил процесс уборки. Проблема, как всегда, у нас одна. Малое количество парковочных мест, транспорт стоит на дороге, что... В принципе, затрудняет и повседневную работу. Немного времени, эвакуатор, и проблема решена. Горожане вновь приступают к работе. Все стараются, но помочь чем-то, чем можем. Все-таки нас много народу, 3 часа отработать, если каждый отработает 3 часа на свежем воздухе. Во-вторых, я думаю, во-первых, полезно. На субботник вышли и сотрудники нашей телерадиокомпании. Химки СМИ привела в порядок Пролетарскую улицу. Главный редактор Геннадий Филин в очередной раз сменил микрофон на лопату. Я считаю, что это очень хорошая идея, если каждый житель города хотя бы, я не знаю, несколько... минут проведет за уборкой снега, тогда последствий этого обширного снегопада в городе будет практически не видно. Инструменты для работы жителям предоставила дирекция единого заказчика. Во многих городах Подмосковья такие мероприятия давно ушли из жизни. Однако в Химках жители выходят на субботник несколько раз в год. Юлия Арянина, Артем Макаров, Дмитрий Алексеев, Олег Мелехов, Валерий Алексеев. Служба новостей.